Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Андреа Соларио, «Эссе Хомма», «Се человек». 1506 год, дерево масла 43/33. Глубочайшая мука, смешанная с печалью, запечатлена на этом изображении Бога-человека. Иконография «Се человек» и предполагает образ страдающего Христа. Именно этими словами «вот человек», желая вызвать сочувствие у народа Иерусалима, согласно Евангелию от Иоанна, представил Иисус после терзаний римский прокуратор иудеев всадник Понтий Пилат. Соларио строго следует канону: на плече Христа багряница, на голове терновый венец, в руке ветка, которой издевательски отдана роль скипетра. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его священники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Этот сюжет был распространен в эпоху Возрождения. Иногда Христа изображали со многими персонажами, но часто, как и в представленной картине, он одинок в своих муках и унижении. Ну вот такое описание к работе Андреа Соларио, «Эссе Хомма», «Се человек», 1506 год, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, до новых встреч.